Какой штраф предусмотрен за непроведение обучения по охране труда? В соответствии с статьей 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях за допуск работника к проведению работы без проведенного обучения, проверки знаний требований охраны труда или инструктажей на должностное лицо и индивидуального предпринимателя накладывается административный штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. В то же время на юридическое лицо штраф может быть наложен размером от 110 до 130 тысяч рублей. Кроме того, также предусмотрена ответственность за допуск работника к проведению работ без проведенного обучения по пожарной безопасности. В частности, в соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ за допуск работника к выполнению работ без пройденного обучения на должностное лицо может быть наложен штраф в размере от 6 до 15 тысяч рублей, на индивидуального предпринимателя штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическое лицо может получить штраф в размере от 150 до 200 тысяч рублей.